когда мы наконец-то вышли из дома. Пошли мы к морю. Какой большой, интересный. Я не знаю, что это за птичка. Серенький вроде бы, да? Какие-то ягоды собирает. Вот она, эта кисюля. Пришла. Ну, как это летит, погляди. Здравствуй, здравствуй. Солнышко-то сегодня какое, да? Вот такое. И с этого боку тебя погладить. И здесь. Вот такие у нас тут красавцы. Они уже приучены. Что их кормят люди. Вот нас увидели и побежали, побежали. Ну, привет. Привет, привет. Вот как, прямо в кадр. Вот молодец. И возмущенно зашипел. Ничего не дали. Зато смотрите, они все дружненько. Вот который не белый, а коричневенький немножко. Этот еще молодой. Остальные-то его гоняют. Ну и вот такие у нас герои. Ну что? Ждете что-то вкусненькое? Денек по-зимнему солнечный, теплый, и мы идем в бассейн. Конечно, прямо вот сюда, в наш любимый бассейн. Пород поднимается. Как настоящий баник. Сейчас и нырнем. А обед у нас по расписанию. У меня пилешка супа, то есть куриный. А у меня сегодня супа гулаш. Вон какие крупные куски мяса. Говядина. И за обедом пришла нам мысль. А почему бы нам не съездить в Пловдив? Железнодорожный вокзал Варны. Рядом можно? А, то есть тут не знаете.
Давайте. Место не указано. Место не указано, там рядом. Нет. Ну все, послезавтра едем в клуб. И там снимаем видео, так что ждите.